без 10:12 с 8 на 9 августа. Мы приехали сюда, станция Эраиль. Вон видно, ушел наш поезд. Поезд Москва-Воркута. На улице темно, но, слава богу, не холодно, моросит. И они пошли к машине тащить первую партию рюкзаков. Вот вторая часть вещей. Сейчас мы садимся на машину, едем часа 4 или 5 до катера. Потом пересаживаемся на катер, потом опять на машину. Едем целый день. 9 августа, и только потом начинаем собирать катамараны. 2 часа ночи. Мы сели в машину. Нас видит Александр. С 12 до 2 ждали на вокзале, пока Александр спал, потому что паром отправляется не раньше половины 7. Вот сейчас начало 3 ночи. Поэтому вот здесь вот эта структура дорог. Мимо кузя мимуна, гэгэр сулалася двер, верес вивти уна, сыщуна гаэсостер. На нашем пути многоводная красавица Печора. Половина 7 утра. Поспеваем на первый паром. Можно сказать, нам повезло. Накануне из-за высокой волны паромное сообщение отменили. Сегодня ветер поутих, и волны практически нет. Несмотря на раннее утро, выстроилась вереница машин. Вновь дорога, на сей раз до Усть-Цильмы, населенного пункта Республики Коми, одного из самых древних сел Европейского Севера. Дата основания – 1542 год. Усть-Цильма, стоящая на берегу Печоры, известна тем, что большую часть ее населения составляют староверы Поморского Согласия. Вторая за это утро встреча с Печорой. Завершилась пешая часть заброски. Начинается путь по большой воде на коммерческом катере «Мираж». Вот наш главный бухгалтер записывает расходы. 200... Сколько килограммов, Дим, у нас? 215 килограмм. Минус 50 бесплатно. Наши вещи. И вон там. В общем, 215 минус 50. 215 минус 50. Вот наш «Мираж». И сейчас мы сюда будем загружаться. Идти часов 5 по Печоре. Вот первый пошел на «Мираж». Второй пошел. Третий пошел. Проходите, гости дорогие. А что, на выходе нас опять взвесят? Кто на сколько похудел, еще это вычтут за предоставленные услуги. Народ сидит. Вот так народ сидит. Все улыбнулись. Счастливого пути. А, нас снимают? 35 минут 11, 9 августа мы отчаливаем по Печоре.
Из катера в селе Харьяги вновь пересаживаемся на машину и едем в местечко Гусинцы, что на берегу реки Сула, левого притока Печоры. Едем 40 километров. В Гусинцах, а приехали мы сюда в 5 часов вечера, нас поджидают две моторки из Коткина, села, территориально принадлежащего уже Ненецкому автономному округу. По Суле проходит естественная граница между Ненецким автономным округом и республикой Коми. Длина реки 353 километра. Тащим катамаран. Вечер 10-го. Августа, без 10:06 по местному времени, без 10:04 по времени московскому, мы вышли на реку Сула. Загрузили наконец-то все. И пока плывем на моторе. Я смотрю, чтобы она холодная была. Потрогал, холодная. Ну как там мотор-то? Ну видишь, плывем. Рычит. Ой, не хватало, галы. Одиннадцатое августа. Ирин день рождения. О! 6-летием тебя, девочка! Спасибо, да, выросла наконец-то. В 11 часов по местному времени мы вышли на реку. Ты уже какой день рождения вот так вот в походе? Ой, я уже сбилась со счета. Дима в очках, мудрый. Дмитрий мудрый. Встречаем интересную пару из Череповца, супруги Роман и Светлана. В пути почти 2 месяца. Кроме рыбы, питаются исключительно рисом из пакетиков. Роман за поход худеет на 30 килограммов. Нам такая диета не грозит, ведь впереди праздничный стол. Вечер 11 августа. Мы будем праздновать день рождения нашей Ирины. Юбилей, 18-летие. Вот она фотографирует. Фотографирует стол. А мы сейчас покажем, что у нас на столе. Сегодня у нас на праздничном столе картошка свежая. Свежая. Грибы собранные только что. Капуста с огорода. Колбаса в своем цехе мясном выращена. Вот они, все члены нашего коллектива, собрались и ожидают поздравления юбилярши. Сейчас сними то, что ждет своей участи. А сейчас снимем, что ждет своей участи. Это подарок от Саши. Сейчас снимем отдельно другой подарок от Саши. Ну-ка. Как будто очень похоже на эту, но раритетная варежка. Для костра, подаренная любимой жене, любимым мужем. Сейчас. А вот что ждет. Вот что ждет. Это мы будем к вечеру, вон она. Будем коптить. Вот такую мы нашли стоянку. Ты речь толкать будешь, Ир? Сейчас. Наливается коньяк. Пусть такая бутылка. Это очень хороший коньяк. Какой коньяк? Лезгинка. Фирменный
Дагестанский, да? Дагестанский коньячок. Держи. Бутылка была очень красивая. Но тяжелая. Но так хотелось взять с собой. Но тяжелая. Такая тяжелая. Такая тяжелая. Пришлось холодный оставить. Холодный этот. Для этого нет. Да. Дима пьет дагестанский, но чай. Сказал бы, Диме не хватило стопарика. Мне шнапс малиновый. Ну что, начинаем? Трам-пам-пам-па-д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 ам-трам-пам-пам. Так, днем рождения. Ну, раз пошла такая пьянка. И сегодня это слово уже прозвучало. Да. Мы не могли оставить внимание то, что захотелось. Этих гребаных окуней, которых никто не хочет чистить. Так вот, мы вам дарим не отечественную, а японскую. Японскую мать, да? Вашу мать. Рыбочистка. Мужу не перечить. А что делать? Ой, ну это само собой, ну как это, я ей не перечу. Иногда. Делаю просто по-своему, да? Ну и больше чаще, мы тебе поможем. Это подставка под горячее. Ребятушки, я очень рада вас угостить конфетами и шоколадным тортом. Мой день рождения. Всех, кто сумел дойти до этой поляны, тот получает конфеты. А кто не смог, это их проблемы. И смотрите, что вы потеряли. Им не повезло, да. Это их проблемы. Обалдеть. Вот у нас Саня поймал 11-й, еще день рождения Иры вечер. Смотрите, что Саня поймал. Это огромный окунь, вообще монстр такой. О, он как сердцем чувствовал, да, что у нас новая рыбочистка. Сегодня 12 августа. Пережили Ирин день рождения. Хорошо посидели, все живы-здоровы. Отправляемся в дорогу сегодня. Надо пройти, Саша говорит, не меньше 30-ки. Вот мы отошли, а себе оставили вот этот колышек, забили, хорошая стоянка. Может, кому пригодится, а может, нам на обратном пути. Время по местному, по нашим переставленным часам, 11 часов утра, по московскому 9 часов утра. Утро, 13 августа. Мы стояли накануне вот на такой площадочке. Встаем по московскому времени в 5 утра. Oh,
13 августа. Мы остались на обед. Саша кого-то поймал. Вот он кого-то поймал. Вон она. Вывести надо. Не слабая щучка. Ну, королева. Сам главное еще раз говорю, залезку не бери. Если залезку возьмет, амортизации не будет. Она сразу. Это монстр. Подожди. Оп, зараза. Че, ушла? Ушла. Тогда мы как пройдем? Померь глубину-то. Даже меньше. Пол весла. Давай ближе сюда, может, держаться. Или вот туда. Наоборот. Наоборот. Ну, пошли тогда. А пешком. Сегодня 14 августа, московское время без 5:09. Мы отправляемся вновь по реке Сула. Нам сейчас нужно дойти до реки Щучья, там ставим лагерь и идем по Щучьей смотреть водопад. Потом дальше по Суле. Пошла 13-я бутылка, 1,5-литровая бутылка с бензином. Мотор нам здорово помогает. Идем против течения. Ближе к Щучьи берега стали менять свои очертания. Вот видите, появились такие возвышенности. Остатки гор. Я бы на веревке провел. Легендарная осыпь. Давай выходи сюда, на левый давай. Наира пошла искать камень, который она спрятала 3 года назад. Посмотрим, найдет или нет. Камень Ирина нашла и вновь перепрятала, чтобы забрать на обратном пути. А мы движемся дальше. Скоро река Щучья, значит, прошли 90 километров. Сегодня 15 августа. Мы стояли, ночевали на реке Щучья. Хотели пойти на водопад, но вот видите, в команде первый раненый. Грохнулась лицом на камне. Ну вот такая вот незадача получилась. Сейчас идем вверх по Суле до предела, пока будет ясна картина моей травмы. Теперь я стала одноглазым Джо. После Щучьи берега Сулы изменились. Река стала похожа на сказку. На протяжении нескольких километров движемся вдоль каньона. Я малый янук, милокуда ямы, милокуда ямы. Ну, мне стяку не найти и не умей. Моям бываем нём.
Характер реки резко изменился, как будто исчезло течение. Впереди водопад Падун.